Wir haben euch bereits erzählt, was der Verband der Deutschen Jugend Kasachstan ist und was er tut. Und heute erzählen wir euch von einem Pfeiler, seiner Aktivitäten, den mobilen Gruppen. Die mobilen Gruppen, das ist eine Reihe von Wandernseminaren, Schulungen und Vorträgen, die der VDJK in allen Städten Kasachstan abhalten will. Здесь мы работаем с молодежью, с клубом, с их составом, хотим их активизировать, вдохновить на то, чтобы они работали больше, лучше и качественнее, чтобы не теряли того самого желания быть общественными деятелями и сохранять немецкую культуру и немецкий язык в своих городах. Die Projektreferentin waren Maria Borisewicz, Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans, Angelina Mazursotskaya, Mitglied des VDJK, und Christina Liebricht als stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Deutschen Jugend Kasachstans. В рамках проекта у нас работают референты, представители Союза немецкой молодежи Казахстан, наши члены совета, которые имеют большой опыт в молодежной работе, всегда могут вдохновить на что-то новое, выбирают самые креативные формы для работы. Das Seminar erwies sich als gut strukturiert, spannend, informativ und vor allem wurde eine gewisse Balance zwischen Vortrags-, Lern- und Spielteil gewahrt. Мало времени, много информации, но огромнейшая эффективность, потому что данный проект реализуется очно, а это значит, что ребята полны энергии, потому что в рамках карантина, к сожалению, мы не могли проводить много крупных мероприятий и проектов в последнее время, поэтому мобильные группы стали именно таким толчком к дальнейшей работе и к жизни после карантина, после жестких ограничений. Die Organisatoren besuchten die MEI, Усть-Каменогорск und Риддер. Sie stellten den Teilnehmern verschiedene VDJK-Projekte vor und sprachen über die Bedeutung der Bewahrung von Geschichte und Kultur der Kasachstan-Deutschen durch Lernspiele, Quests, Videos und Präsentationen. Такой проект очень нужен и важен, потому что, например, года идут, молодежь меняется, кто-то возрастает, уезжает учиться в другие города и страны, и приходит много новеньких ребят. Да, конечно, мы постоянно разговариваем о том, что мы являемся частью Союза немецкой молодежи Казахстана. Но интересно послушать и увидеть именно от тех людей, которые являются председателем, например, Союза, либо работают в Союзе уже не первый год, послушать их опыт, узнать тоже много полезной информации, которая в дальнейшем пригодится во всех начинаниях ребят. Наши ребята остались очень довольны, и я в том числе. Я получила для себя огромный опыт в этом тренинге. Также мы составили план работы КНМ для последующих мероприятий. Каждое мероприятие мы разобрали отдельно, поменяли формат и посредством мозгового штурма пришли к замечательным результатам. Solche Seminare helfen nicht nur das Team des Jugendclubs als Ganzes, sondern auch jeden Aktivisten individuell zu entwickeln. Am Ende der Arbeit bedankte sich die Jugend bei der Referentin für die qualitativ hochwertige Aufbereitung des Seminars und die interessanten Gedanken. Die Referenten wiederum bedankten sich bei den Teilnehmern für das emotionale Feedback während der Arbeit. Меня зовут Карина, я активистка клуба немецкой молодежи Спас, город Усть-Каменогорск, с 2019 года. В тренинге мобильной группы мне очень все понравилось, особенно структура, мероприятия. То, что все было очень наполнено информацией и активными играми, заданиями различными. У нас были интересные дискуссии, и в перерывах между этим у нас были интересные игры. Мы узнали очень много способов работы внутри клуба, как можно проводить, какие активности внедрять. И было очень классно, интерактивно, самое главное, и интересно. Большое спасибо. К нам в город приехала мобильная группа СММГ и рассказали нам о работе клубов, о том, как организовывать клубы, поделились своим опытом работы, и это было очень интересно, полезно. После этой встречи мы все загорели желанием создать свой собственный клуб, продвигать его и развивать. Это был только старт нашего проекта. Мы планируем развиваться, и я очень надеюсь, что проект будет жить еще не только в этом году, но и в будущем. И ждите, когда мы приедем к вам. Wenn ihr euren Jugendclub effektiver machen wollt, neue Arbeitsweisen erlernen und mit einem Projektcoach sprechen wollt, sagt es. Alle Schulungsteilnehmer zeigten Initiative, gaben sich alle Mühe, wodurch produktive Arbeit herauskam. Die Jungs und Mädels gingen mit neuen Ideen und positiven Emotionen nach Hause.
Und das DATS-Team kann nur die hervorragende Umsetzung der während der Ausbildung erfundenen Ideen wünschen.